Что-то рановато, Сергей, у нас подъем 4:40. Ты слышишь меня? Сейчас под дубами не закрыли сейчас. Да? Ну, выкинул нас. До утра это продать еще что-нибудь. Жарко. А? Жарко даже. Еще жарко. Так, ну, это, да, жарко никак лишь не будет. Теперь дальше раскрывать будет. Не знаю, я почитал, что рано. Открывать. Под дубами обязательно закрывать. Иначе оно как, ну, как дым идет, так и тепло все больше. До утра. Доброе утро. Доброе. Микрофончики желательно отключить. Что? Доброе утро. Доброе. И слышно меня? Слышно, нет? Слышно хорошо. Хорошо. Позвонил-то порановато, потому что в 4:40 встаем, встают, но я там встаю там в 2-3. И поэтому тут лучше перенести минуты на 3 попозже. За 7 минут. Там включи свет, чтобы видно было. Машину не убрали, машина так и стоит там. Перекрыть сегодня жерди. А ее не перекроешь, машина стоит. Логично. Никак не ожидалось, что во время снега будет. Но я днем вытащил. Боже милостив, будь мне грешным. Создавай мя, Господи, помилуй мя. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. Достойно есть якого истину блажите тебя, Богородицу, преснобоженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую, воистину Серафим, без исцеления Бога Слова, рожившую и сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Своей Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскреса из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвы ради пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй и спаси нас, яко благости человека любит сами. Боже, милости, будь мне грешному, создав мне, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. Вот это утреннее начало называется. Начало, семипоклонное начало. Вам, если видно это, то вы смотрите. По уставу положены земные поклоны и поясные. В пятницу вечером уже наступает суббота. А в субботу вечером уже считается воскресенье, потому воскресное Евангелие считается. Воскресное. И поэтому в субботу и воскресенье, а воскресенье вечером начинается уже по еврейскому летоисчислению следующий день. И поэтому поклоны можно уже делать в воскресенье вечером. Тем более рядом Великий пост, это надо знать. В пятницу вечером поклоны земные не делаются. Тут новые люди пришли, говорю, земной поклон. Хорошо, Сережа, слышно? Да, хорошо. Земной поклон. Руки, вот я показываю как, вместе, это 10 заповедей. И чтобы лбом коснуться рук или пола, тут же можем лейко пальцы сделать так и лбом коснуться. Колени должны стоять на земле. Земной поклон бывает с крестным знамением. И без крестного знамения. Вы нам смотрите, тут все не объяснишь. Устав легко запоминается. Вот считают верою. Верою без поклона крестное знамение, верою в единого Бога Отца. И только в конце аминь, и тогда поклон. Ну, такое, кажется, один раз встречается. А Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Матери, вот эта молитва без поклона, без крестного знамения, просто кланяется. Вам видно, мы скрываемся, когда внизу. Это... Земных поклонов тут мало сейчас. А в такие дни будут, вот сейчас пост начнется, поклонов много. Больше 100 поклонов. Кто может? Тут никто никого не принуждает. Ну и не расхолаживаться. Павел говорит, смиряю, порабощаю тело мое, да вы, проповедуя другим, самому не остаться неспасенным. Я кое-что повторю, что говорил. Как слагать пальцы? Слагает вот так иногда. Вот, это так князь Владимир крестил. Два пальца. Делается ровное. Средний палец наклонен. Это считается небеса. На землю Господь сошел. Другие молятся три пальца вместе. Знак Троицы. Но тут нужно сказать, что мы изображаем крест, который стоял на Голгофе. Крест. Его видно. И на кресте распят был Христос. Кто умирал? Человек, не Бог. Божество бесстрастно. Христос Бог не может ни гневаться. Не то, что говорит, передвигаться, сидеть, стоять. Наши человеческие понятия, которые говорятся о Боге, и встал, или сиди одесной меня, это называется антропоморфизм, очеловечивание. Господь говорит, простру сапог на Эдом. Он что у Бога, сапоги или туфли? Надо просто мыслить категориями священного писания в переносном смысле, где об этом рассуждение явно, ну, сразу видно. А кое-где нужно пояснять. И когда человек совершает крестное знамение, то на лоб. И не на грудь ставить, а где пуп находится, пуп. Правая и точно левая. Прямая должна быть по 90 градусов. Не куда-то сюда. Потому что небрежного махания руки при крестном знамении бесы радуются. Мы не слышим, они аплодируют. Это Иоанн Златоуст говорит. Не так, что не надо, и надо. И истово надо совершать. Утром выходишь, подошел к двери, и чтобы тебе не было искушений, перекрестись и скажи, отрекаюсь сатаны и всех дел его, всех ангелов, всей гордыни его. Перекрестил впереди себя и никого не бойся. Никаких колдунов, никого. Сатану поражает сразу крестное знамение. Вот в утренней молитве надо знать это. Раньше объясняли, что с головы нужно на грудь, в освящение чувств. Никаких освящений нету. Мы изображаем то, что на кресте было. Господи, то есть ты Господь, середину лба пальцы. Два или три
Первые христиане молились одним пальцем, Златоуст говорит. А почему? В римском пантеоне было 500 божеств. 500! Он очень веротерпимый был, Рим, другим верованием-то. Как сегодня везде говорят, терпимость, терпимость по отношению к другим. Вот в Риме это как раз и было. Они завоевывали какую страну, божество главное переносилось в Рим, а это граждане были Римской империи, и они могли поклоняться. Христианам это предложили, статую Христа поставить. Христиане могли это сделать, это не запрещается. Но дело в том, что все остальные толерантные, а они признавали друг друга, а христиане всех объявили, идолы это бесы. Вот этого, конечно, никогда им не простили. И поэтому, когда изображает крест, то говорится, Господи, то есть ты глава всему, глава Иисусе Христе, это имя ты получил через чрево Девы Марии, чрево, где пуп находится, Сыне Божий, правая, Сын Божий, то есть воссел с правой стороны от Бога Отца, помилуй меня грешного, меня, чтобы мне не оказаться с козлами на суде Божьем. Это то, что Христос претерпел на кресте. А когда говорили вот так вот на грудь, ну и представь, тут всего несколько сантиметров, вот это, если на грудь делали, то до поперечной линии вот это выше, получается крест перевернутый. Вот Слободского вышел закон Божий, уже давно им пользуются, из-за рубежа привезли. И там об этом написано, страшно сказать, говорит, все эти годы мы делали неправильно и неправильно учили людей, что на грудь. Рука опускается до чрева, тогда что вот это ниже вот этой, которая у нас поперечина, вот это больше расстояние. Ну и так понятно. И когда Арий стал говорить, как говорится, блудословить, что Христос тварь, а не Бог, тогда христиане стали изображать три, то есть Троица, но Троица на кресте не умирала. Но когда Милетия, это учитель Иоанна Златоуста, совершил крестное знамение вот так на людей, то у него из руки как молния сверкнула. Три было, три, не два. Старообрядцы говорят, два перста было, откуда молния. Никак, потому что тогда его никто не знал этого образа сложения пальцев. А почему? Потому что надо было утвердить учение Троицы. Тут сам смысл подсказывает. Далее будет учение монофилиты, монофизиты, ереси, которые говорят, что он или Бог был, или человек. Несоединимый. Мы верим, что Христос – Бога-человек. И тогда, чтобы опровергнуть их учение, появилось двуперстие. Бога-человечество. Вот это необходимо знать. И князь Владимир, когда крестил, он принял то, что было в большинстве. Вот, двуперстие. Но когда Никон в 1656 году затеял реформу, ненужную, вредную, погибельную для Руси делать, он из Греции взял то, что было в большинстве троеперстия. И поэтому стали наказывать и пальцы рубить, кто два пальца молится. То есть это был своего рода, как Гитлер какой пришел, насилием, огнем, покорить всех. А народ-то ничего не знал, кроме внешнего, Библии в руках не было. Ни два, ни три перста Бог не устанавливал. Христиане, выходя на арену, поднимали один перст, Христос рагна, Христос царствует. Вызов против всех 500 божеств. Златоуст говорит, по названию было 500, а в действительности ни одного. Потому что все это была ложь. Поэтому, как правильно совершать крестное знамение, вы маленько смотрите. Ну, тут один, другой, третий раз, и уже можно привыкнуть как-то. Какие молитвы считаются? У нас все считается псалтыри, молитвы на русском языке, а остальное по-славянски. Но у нас и в церкви так же. Все библейское считается на русском. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Крестное знамение есть, поклона нет. Я уже не раз говорил, здесь нету. Смотрите на меня маленько, приглядывайтесь глазом одним. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же благое сотвори пред тобою. Но избави меня от лукавого, и да будет мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Поклон должен быть такой, сначала совершить крестное знамение, и только потом кланяться, а не так, что крестится и одновременно кланяется. Это абсолютно неправильно. Считается, ломает крест. Вот приглядывайтесь, вы это быстро все это поймете.
Царю Небесный, утешителю души истинной, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блажь, ангельскую песнь вопием Ти сильной. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородице, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигни Иси Господи, ум и просвети сердце, и с ним и отверзи. Воеже петь Ти Святая Троица, свят, свят, свят Иси Боже, Богородице, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и каегожды деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородице, и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, кому героя Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня лениво и грешно, не погубил меня со беззакониями моими, но человеколюбствовал Иси обычный, в нищании лежащего, воздвигал меня Иси, во ежеутренне Те славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь о славе всем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и петь у Тебя во исповедание сердечным, воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу Цареве и Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Поясной поклон делается так. Когда совершил крестное знамение, то поклонись так, не подгибая колени, чтобы рука могла пол достать. Если, конечно, не больной. Если у меня не могу, вот утром едва встаю, у меня операция на позвоночнике, там еще две грыжи от тяжести. Я говорю, не смотрите на меня, я ничего не могу сделать. Она не дает пошевелиться. Но сегодня утром ослабление. Далее псалтырное чтение поближе. Поближе, чтобы тогда было хорошо слышно. Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст Тебе, что прибавит Тебе язык лукавый? Изощренной стрелы сильного, с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю в Масоха, живу в шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящим мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге Твоей, не воздремлет хранящий Тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь – хранитель Твой. Господь – сень Твоя с правой руки Твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла.
сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень. Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходит колено, колено Господне, по закону Израилеву славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящий тебе. Да будет мир в стенах твоих, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе. Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе. К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господь их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошелся бы над душою нашей. Прошли бы над душою нашей воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос по своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоей, молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня, то не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многих щедротах и неизреченной милости. Ибо Ты сказал, что верующий меня жив будет и не выйдет смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел доменится мне, Боже мой, потому совершенно не найти дело правдущих меня. Но эта вера да будет прежде всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да я причастника славы Твоей вечной. И да не похитит меня сатана и не похвалится слово, что отторг меня от твоих рук и ограды. Ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, а чрев матери моей. Сподобай меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил от свой тайный грех. И чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прещающему. Особенно же, потружусь для Тебя Господа и Бога моего Иисуса Христа во все дни жизни, ныне и всегда, в веки веков. Аминь. Аминь.
Если с молитвой согласен, каждый говорит аминь, как Павел говорит. То есть согласен, да будет так. Святой ангел, поставь мне хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь мне грешного и не отступить мне за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Люди неправославные иногда спрашивают, почему молитесь ангелам, святым, Божьей Матери? У нас отдельно есть материал, это второй том «Открытым оком» книги нашей, где все это подробно рассказано, как беседовать с сектантами. Мы показываем, что к ангелам обращались и перед ангелом кланялись. И не запрещал. Один раз так он запрещал ангела, один раз. Я тоже сослужитель в Откровении. А почему тогда там разрешал, здесь нет? Потому что здесь в виде ангела являлся сам Господь. И он в смущении поклонился, в душе имея, что это Господь Бог. Такого поклонения с внутренним содержанием ангел не мог принять. Он показал, что он такой же сослужитель Богу. Тут надо быть очень внимательным. Не просто кланяться, а кланяться с сознанием, что ангел – это тварь. И когда я показал, что молятся и двуперстные, и троеперстные с Никонской реформы, их называют никоняне, старообрядцы, то как правильно? Я отвечаю, в том и другом, в двух и трех перстах есть элемент ереси, если ты не понимаешь. На кресте умирал человек с большой буквы. Не Бога человек, божество бесстрастно. Бог не кается, ничего написано. Раскаялся Бог, что сотворил человека. Бог не может каяться. Почему? Потому что он безгрешен. И во-вторых, он заранее знает, что должно быть. Оно написано. Но написано для человека, антропоморфизм называется, очеловечено, чтобы более понятно было. Не надо глупость свою ставить во главе своих размышлений. Надо покориться. Ну а как тогда правильно? Правильно на кресте человеку Христу, Иисусу, было нанесено 5 ран. 5. В руки, в ноги и в бок. И католики молятся, они другой смысл вкладывают. 5. На лоб. Ты, шедший с неба, по любви Отца Небесного, и показывает вниз. И на нас, находящихся на земле, спасти вниз, показывает, рожденных во грехах. Нас, погибших с левой стороны стоящих, переведи на правую сторону через кровь твою святую, пролитую из 5 ран. Вот здесь все соответствует действительности. Но я не католик, и так молиться не могу и не буду. Мы как научены, поэтому кто как знает, 2 или 3. Потому что 2 перстами Сергий Радонежский канонизированы, и чудеса были Феодосий, Антоний, основатели русского монашества. А 3 перстами тут Серапим Саровский, Ян Кронштадтский, да мало ли было. И поэтому мы должны быть очень внимательны. А не так, что этих святых мы не хотим признать. Они признаны у Бога. То разум должен показать. В этом заключается мое поклонение, но не осуждение кого-то. И 2 и 3 перста содержат в себе, как бы, так можно сказать, как бы элемент ереси. Потому что божество бесстрастно, говорит Иоанн Златоуст. Ну а как же Петр сказал, не кланяйся, я тоже человек, в доме Корнилия. Да потому что поклонился от Корнилия, посыльные пришли, как Богу. Зачем бы он говорил, я тоже человек? То есть они приняли его за Бога. А почему? Корнилию явился ангел. А иерархия такая, человек... Ангел выше, дальше Бог. И ангел не может как будто сказать слова, а идите туда, в дом к Симону кожевнику. То есть у него в мыслях сложилось, что значит ангел не может сказать, и там Бог есть. А что Бог в образе человека,
язычники, а это были язычники, они легко боготворяли. Когда увидели исцеленного, то сразу вопль поднялся. Боги в образе человеческом сошли к нам и хотели жертву принести. И Павел отверг это. То есть очень легко боготворили. Это же было на острове Мелит. Когда увидели, что ехидна на руке и стряхнул ее, не получилось следа. Они тоже хотели превознести его, жертву принести. В 16 главе мы видим, Деяния апостола, Павел даже одежду разодрал. Что вы делаете? Мы тоже человеки. Язычники легко боготворят человека, сделавшего необычное. И поэтому такое поклонение Петр не мог принять. А так всегда принимали. Пришла мать Соломона, поклонилась ему. Он принимает. Сыны пророческие Елисею до земли лицом поклонились. Никто никогда не говорил против. Поэтому мы поклоняемся святым согласно Святой Библии. Почему? Они живы. Они знают, им открыто. 6 глава 9 стих Откровения Иоанна Богослова. Они знают, что на земле делается. Доколе, владыка, не мстишь за кровь нашу. Они видят, что эти коммунисты, гонители, фашисты живут припевающие. Почему не отомстил ты им, Господи? Им сказано было, еще не все пришли, кому надо умереть. Подождите еще немного. Вот убьют еще нескольких христиан. Ну, тогда уже мера исполнится. Вот как. Поэтому надо быть очень внимательным к слышанному и ценить православную веру. В ней все необходимое, как Феофан Затворник говорит, в самом богослужении заключено все. А мы его не понимаем. Некоторые Библии зазирают, синодальный перевод. А давайте Острожскую считать. А никто не понимает, ее нигде нету. Это сатана говорит. Выбивает из рук синодальный перевод. Если ты не веришь, у тебя ничего и не будет. Ты никому не можешь дать Евангелие, ни Новый Завет распространить. Дьявол душу хватает и тащит в ад. А как Острожская Библия? Почему? А она переведена с греческого. А теперь с Острожской надо переводить. А это еще древний славянский язык. Вообще ничего не понятно. Надо на русский, стороной перекладкой. Тут ясно дело, сколько неточностей. Синодальный перевод переведен прямо с оригинала, с еврейского. На греческом был Новый Завет, кроме Евангелия от Матфея на арамейском. С оригинала. Переводчики, которых сегодня нет нигде таких. Как Герасим Петрович Павский, Хвольсон. Давид Аврамович, я даже как-то был в беседе с Александром Менем, он еврей, работает с оригиналами еврейскими. Я говорю, вы могли бы перевести, вот как они переводили? Он даже отшатнулся от меня. Да вы что, да никогда, да таких переводчиков нет сейчас. Павский писал учебники для еврейских школ. Вот и все. Я попутно это все говорю, чтобы мы, слыша слова Священного Писания, в переводе синодальном, 1876 года, благоговейно душе своей приказали ни слова прийти, ни глаголь. У тебя нету, если это у тебя нет доверия Библии, ты наизусть ничего не будешь заучивать. Сатана будет таскать по помойкам других переводов. Свидетели Иеговы, так называемые, они перевели новый там перевод всемирный. Там не перевод, а совершенно другая книжка. Ее сжигать только можно. Православным дано то, что было. Четыре академии переводили. Филарет Дроздов и Макарий Алтайский. Переводчики, канонизированные. Я считал, и мне говорили, это один из лучших переводов. Сегодня сравнивают, еще специалисты находят. Русский синодальный перевод самый лучший в мире. И что интересно, что до революции синодальный перевод издавали, а другие были, там, епископа Кассиана, не принял никто этого. Ну, там отдельно кто-то, может быть, и... Незнаемое нам. Дальше. При советской власти Пимен, патриарх, издает. Алексей I. Ну, все издают, которого. Алексей II, патриарх Кирилл, и только синодальный перевод. За рубежом издают только синодальный. Католики издают на русском языке только синодальный. Баптисты, адвентисты, пятидесятники только синодальный. Тебе зачем мудрить-то? Зачем ты на себя высокоумие это напустил? Неправильно переведено. А ни одного слова на том языке не знаешь, что сатана обольстил глаза-то. Нам нужно смиренно принять то, что приняла Вселенская Церковь. Синодальный перевод принят на всех уровнях. И греки, которые имеют, все издают только на русском. Кому надо этот язык? Это попутно говорю. И поэтому слова, которые мы считаем из Евангелия, на русском языке. Вот у нас в церкви все считается по-русски. Библейское. Но если библейское поется, как... Отче наш, то по-церковно-славянски. Мы нигде не перешли грань.
И у нас был запрет на это, потом все это снято. Надо быть мудрым, как Андрей Кураев сказал, талантливым религиозно быть. Не застывшим, как мертвец. Далее. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгонит мне смиренного несчастного раба твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удалится скверные, лукавые и хульные помыслы закаленного сердца и помраченного ума моего. И погаси пламя моих страстей, ибо я убог и несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо тебя благословляет все роды, и пречистое имя твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Мы перечисляем, кто молится, ангелы-хранители обращаемся, а вы свои имена называете. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, Роман, Надежда. Ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честного же творящего креста Господи, не оставя нас, грешных уповающих, на Тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивные дары, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного, родителей, сродника, благодетеля, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агапангела, Диамида, Тихона, Антония, священная Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Владимира, Максима, диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора и весь священнический и иноческий чин. И высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И, наверное, дальше священника, если угодно тебе. И дары духовное рождение всем поминаемых нами. Смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них, дабы знали они, что над ними есть ты, царь царствующих и Господь господствующих. И сотвори благое для церкви твоей Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Эмана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить мирное время. Господи, и даруй всем, кто там страдает, погибает, дети твои. Дай им облегчение, дабы никто не отрекся от тебя. И приготовь эту землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на вселенную, по слову Твоему, за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Христе Боже наш, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И весь день да будет посвящен прославлению Твоего святого имени Христе Боже наш. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы. И живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа. И почти добрых жителей, знающих Тебя с детьми. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чады, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Левтину. Расширь пределы наших общин, найди новые души и всех побуди на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Чада, их, Валентину, Алексея, Валентину, Надежду, Дмитрия, Олега, Алексея, Александра, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия. И воздри на угрозы врагов, на их лживость, поношение.
не дай им желаемого в злодействии их, и в судный день не помяни им безумие, и примири их с нами, дай им страх твой святой. Господи, благослови благодетелей наших, заботящихся о нас и молящихся о нас. Ты знаешь Елену, Евгения, Наталью, Владимира, Максима. Так, сегодня много поступило записок. По интернету молиться. В аварию попали, погиб, там, кажется, хозяин, двое детей, перечисляют Дарья. И у Василия заболела дочка Александра 2 года в Киргизии. Ну, отовсюду просят. Поэтому мы всех даже не по именам не можем назвать, а всех, которые просили. Господь-то знает. Господи, благослови болящих Сергея парализованного, Алексея, Александру, Анну, Аину, Акелину, Иоакима, Виктора, Марию. И нас помилуй милости Твоей ради. Благослови болящего Василия. Научи нас быть благодарным Тебе за здоровье и за болезни, за ласку друзей и поношение врагов, ибо все свое время будет на нашу пользу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, и сохрани наше сокровище здесь, сайты, формы, все, что есть, для пользы людей, трудящихся Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Гавриила, Ольгу, Василия, Сергея. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря, от этого страшного недуга. Путешествующих Раиса Льва, отступников Николая и Михаила, и всех, ты знаешь, не дай им погибнуть. Укажи им путь спасения. Аллилуйя. И все наше родство найди. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Ольгу, Нину, Марию, Елену, Татьяну. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, родителей, сродников, благодетелей всех православных христиан, новопреставленных Олимпиаду, Агафии и Иоанна. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. И простим всякое согрешение, вольное и невольное. Сотворим вечную память и душам нашим, полезное сотвори. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках, благоволение. Господи, благодарю Тебя за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Владыка, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину, и жизнь сделал осмысленную. И воздай добром вечности всем, кто трудился над возрастанием моей души, Марии, Михаилу, Анне. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил меня от опасностей видимых и невидимых. Не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди ее навеки вечно царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и каждому дару и жилье Сергею и Гавриилу. Святитель Христов Никола, Мерликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль,
Оси Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, Пророк, Михея, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, и святые апостолы, и Петр и Павел, и евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Юстин Философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Дабы никто не принял начертания зверя, укрепи народ твой и Анфиму, и Вениамину даруй веру истинную, и устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысли еретиков разруши и в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прескила и Акила, Андроник, Юния, Киприан и Устина, да дарует Господь женам и девам послушание и молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривость Галины и семейство ее, Евгения, Надежда, 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 Светлана, Мария, Раиса, Лариса, Марина, Юлия, Елена, Людмила, Галину и Анну. И прими нашу молитву воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини, Господи, молитвы наши с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Владыка, и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими, Боже, наши молитвы о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро всем. Доброе утро. Так, мы сейчас отключимся. Мы будем насчитывать. У нас тут потеряли было 123 беседы по тематических. Кому надо, ты можешь заново войти. Нам нужно оторвать этот ролик. Выключи нас. Отключи. А потом, если надо кому, могут...